Друзья, всем привет! Форт Мондео опять у нас на манеже. И пару слов по насосу, по ремонту насоса и по износу, по дефектовке. Значит, в этом насосе у нас убиты башмаки. Вот такие они, видите? Съезженные. Потом мы наблюдаем неровность. Неровность роликов. И у нас убита одна из лопастей подкачки. Вот видите, вот она. Вот эта вот лопасть убита. Здесь рабочая поверхность, здесь все живенькое. С этой стороны у нас все идеально. Вот. И убита у нас шестереночка. Вот видите, вот одна грань, она вот работала, дружила с этой вот лопастью. И вот такая вот история. И самое главное, это у нас подшипник. Разбили шарики, видите, такие они. Во-первых, он вращается очень у нас. Он подклинивает. И это, видите, шарики, как будто их кто-то обуглил. Видите, такие вот неровные шарики на подшипнике. Вот так вот будет видно хорошо. Видите? Вот такая вот ушатанная история. Он подклинивает и аж дергается вал. О, видите, заклинило вообще полностью. То есть у нас вал у нас в хорошем состоянии, сам вал. Тут внутри у нас... Внутри у нас из-за роликов есть уже полосы. Я думаю, что вал тоже под замену все-таки. Ну, он живой, но... Нет, он не живой. Вот здесь вот есть. На вот этом вот. Вот, слышите? Тут хорошо, а тут, видите? Тут уже съезженное все. Вал тоже под замену, к сожалению. Ну, вот так вот. То есть башмаки, подкачка, которой сейчас в Украине нету по запчастям, и подшипник, который, видите, какие шарики, как будто их кто-то наплавил на них стружку. Они разбились. Вот. Вот так вот. Замена башмаков, замена вала, подшипника и подкачки. Подкачка у нас примерно $100, 2700 гривен, которой нет опять-таки в Украине. Башмаки у нас порядка 25 евро. Вал у нас, по-моему, 60 евро. И 1000 гривен, 40 примерно евро, 30 евро большой подшипник. 1200 или 1100 гривен, около этой цены. Большой подшипник. Пока что, ребят, все. Насос, в принципе, большой ремонт, можно сказать, потому что это очень убитый. Вот. В принципе, все.